kann immer noch nicht glauben, dass der je beim Marinekorps war. Ich hoffe, es ist Hammerhead. Kann ich ihm endlich in den Mund greifen und in die Lungen raus? Ich bin Jesse Stiefvater und habe die Adoption beantragt. Vagabondiert in eurem Wundermund durch die Welt, um Ganoven zu bekämpfen, denen es eine Freude wäre, euch das Lebenslicht auszulöschen. Soll das arme Kind denn in diesem Umfeld groß werden? В главной роли Терри Халк Хоган. В фильме также снимались Крис Лемон, Карл Альф, Эшли Горел, Патрик Макни. Режиссеры Майкл Берг и Дуглас Шварц. Перетягивание каната. Тащи, Спенс, тащи. Давай, папа, ты сможешь. Папа, ты побеждаешь. Я не могу, Джесс, помоги мне. Давай, Джесс. Давай, Джесс, давай! Молодец, Джесс! Вручите это лично мистеру Спенсеру. Я люблю тебя, папа. Я тебя тоже люблю. Ты слишком много тратишь, Брубейкер. $5000 в день, разве это много? Броди, ты что, не понимаешь? Содержание грома требует огромных затрат. Мы его постоянно совершенствуем. А у тебя есть не только Гром, а еще Спенсер и я. А еще ваше молчание. Естественно, расслабься, Броди. Попробуй сырую рыбу. Отстань ты со своей рыбой. У нас есть задание? Да, Брубейкер. Мы получили приказ. Ты не пожалеешь. Надеюсь увидеть Гром в заливе завтра после 10 утра. Мы там будем, но не надейся нас увидеть. Мы вас увидим. Речь идет о проекте «Открытый глаз». Я сожалею о жене Спейса. Как она умерла? У нее была деловая поездка в Англию. Она вела машину в густом тумане. Это была прекрасная женщина.
По крайней мере, ее дочь осталась в хороших руках. Если бы ты был на берегу, когда Спенс устроил перетягивание каната, то мог бы заметить посыльного дяди Эдварда. Но, надеюсь, все утрясется. Я в этом уверен. Удачи. Увидимся утром. Мы будем там. Но ты нас не увидишь. Должно быть 32 стола. И, пожалуйста, побольше цветов. Чего ты добиваешься? Передай это консьержке. Я люблю мою племянницу. А ты нет. Твоя женитьба была деловым соглашением. Брак по расчету. Ты согласен с этим? Даже если я соглашусь, это ничего не меняет. У нас была настоящая семья. У нас и сейчас семья. Не смеши меня. Двое солдат пытались играть роль папы и мамы. И это настоящая семья? Повтори еще раз, я выброшу тебя с балкона. Я отчим Джесса, я удочерю ее. Да, документы готовы. Но этого никогда не произойдет. Я опекун Джессики по закону, и я решаю, что для нее лучше. И я известил тебя об этом письменно. Она не уедет в Англию. В Англии она будет посещать школу при Оксфордшире и жить в настоящей семье со своими тетей и дядей. Я тебя предупредил. Послушай, Спенс, мы оба хотим одного. Помочь Джессике. Ты хочешь сделать лучше для себя, а не для нее. Только поэтому ты стал опекуном Джесс и владельцем отеля. Потому что у Меган не оказалось завещания. Неправда, вовсе нет. Джессу наследует отель, когда ей исполнится 21 год. Поэтому ты не хочешь, чтобы я ее удочерил. Глупости. Я люблю Джессику, и она меня любит. Любишь, говоришь? Да, я люблю ее. Тогда не будь эгоистом и сделай так, как лучше для нее. Жить с тобой ей очень опасно. Вы наемные солдаты, вы колесите на своей лодке по всему свету. Вы наемные солдаты, и в таких условиях ты собираешься воспитывать Джессику? Не заставляй меня обращаться в суд. Это никому не принесет пользы. Я поговорю с Джессикой. Пусть она сама решит. Ты говоришь, что ты ее отец. Вот и прими взрослое, очень взрослое решение. Не обращая внимания на эмоции 9-летнего ребенка. Спенс, ты не можешь сосредоточиться. Что случилось? Я все время думаю о Джессике. Семья — это любовь. Где есть любовь, там и должна быть Джессика. Все правильно, брат. Я говорил себе то же самое, но потом поговорил с Эдвардом, и теперь думаю по-другому. Не нужно никого слушать, все и так ясно. Джессика должна быть с тобой. И со мной, конечно. Автопилот включен. Что ты понимаешь о воспитании детей? Если учесть, через что нам пришлось пройти, то мы можем служить для нее примером. Джесс маленькая девочка. Ты ведь не хочешь, чтобы она выросла похожей на нас? Я этого не хочу. Послушай, у Джессики есть только ты, не считая меня. И ты не можешь отправить ее к чужим дяде и тете, которых она ни разу не видела, в страну, где она никогда не была. Меган не нравилось мое влияние на Джессику. Возможно, она бы предпочла, чтобы ее дочь воспитывалась в семье дяди и тети в Англии. Теперь она твоя дочь, Спенс. И моя. Конечно. Значит, мы и должны решать, что для нее лучше. Так сказал Эдвард. Кстати, что мы здесь делаем? Что это за штучка, открытый глаз, которым нам придется заниматься? Это новая антирадарная установка для поиска мишени. Используется легкий импульс вместо звука. Броди хочет испытать ее на нас, прежде чем демонстрировать ребятам из Вашингтона. Тогда за дело. Только вперед, брат. Поехали. Включить приборы. Настроиться на мою волну. 3, 2, 1. Пуск. Время пошло. Начинайте. Да, сэр.
Экран должен показать траекторию движения грома и все отклонения от нормы. В поле зрения появилось судно. Броди, дружок, тебе может и удастся кого-то перехитрить, но только не меня. Перейти на автоматический режим управления, приступить к испытанию. Представляю выражение его лица, когда он поймет, что нас не видит. Черт, что произошло? 3, 2, 1, стоп! На воде жертвы. Не надо шуметь, у меня уже все готово. Броди хочет, чтобы мы отыскали открытый глаз. Правда? Пока его не нашел кто-то другой. Без этого кода он не может работать. Цифровой код? Кто, по-твоему, это сделал? Не знаю. Полагаю, какой-то маньяк, достаточно тренированный, чтобы выполнить эту задачу. Хэммерхед? Не могу поверить, этот предатель был в военно-морских силах. Я надеюсь, что это Хэммерхед. Я смогу дотянуться до его глотки. Привет, я дома. Привет. Привет, привет. У тебя есть домашнее задание? Да. Мы знаем, как поступить с Хэммерхедом, а вот что касается Джессики, здесь труднее. И пора поговорить с ней об Англии. Я поговорю. Сейчас, Спенс. Согласен. Джесс. Я тут думал. О чем? Будь уверена, эта маска не подведет. На какую глубину ты будешь нырять завтра? 260-270 футов. Это 8 атмосфер. Тебе лучше использовать нитрокс для нейтрализации азота в крови на глубине. Отличная мысль. Лучше поехать с вами. Управлять громом, пока вы будете нырять. Гром и сам справится. Кроме того, тебе завтра в школу, юная леди. Я могла бы написать в газету об использовании сверхсекретной технологии. Это повысит ваш престиж. Ну, пожалуйста, в школе так скучно. Джесс, возможно, в новой школе тебе будет не так скучно. В новой школе? Речь идет об Оксфордширской академии. Она находится в старинном замке, стены которого покрыты плющом. Вокруг много озер. И потом, это лучшая в мире школа. А где она? В Англии. Где? В Англии. Об этом тебе написал дядя Эдвард в своей записке. Джесс. Поэтому ты ходил к нему. Ты с ним согласен и хочешь отправить меня туда. Нет, это не так. Я не хочу ехать. Не хочу. Джесс, подожди. Спасибо. Не за что.
Джесс, я хочу, чтобы тебе было лучше. Мама бы меня туда не отправила. Я знаю, как тебе не хватает мамы, Джесс. Я знаю. Мы с Брю не сможем заменить ее. Я подумал, может, тебе лучше поехать в Англию? Я хочу остаться с тобой и с Брю. Я не хочу уезжать. Понятно? Хочешь пройти испытание водой? Значит, я могу поехать с вами. И пройду испытание водой. Вот мы и на месте. Пора приступать к поиску открытого глаза. Можно погружаться. Ты получаешь зеленый свет, старик. Пока нас никто не сопровождает, это хорошо. Открыть люк. Компьютер, это Брю. 1327. Идентифицирую приближающийся объект. Тип CA-1, кодовое название «Сокол». На судне есть оружие? Положительно. На судне следующий груз. Ракета «Шевилайн», пушки М-60, АК-47 и снаряды. Много снарядов различных модификаций. Кто же ты, плохой мальчик? О, боже! Джесс! Миленькая! Дядя Брю не хотел тебя испугать. Что ты здесь делаешь? Я забралась на борт на тот случай, если вдруг понадоблюсь вам. А где папа? Где мой папа? Компьютер, продолжай наблюдение за судном «Сокол». Ты не должна была этого делать. Твой отец очень огорчится. Я могу опять спрятаться, и он не узнает, что я была здесь. Сокол приближается. Боюсь, он все равно узнает. А теперь пристегнись, хорошо? Я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось. Спенс, у нас проблемы. Мой друг Спенсер. Добро пожаловать в ад. Спенс, тебе это не понравится, но на борту Джессика. Я возвращаюсь. Нет, пока ты внизу, постарайся отыскать открытый глаз. Я хочу выиграть время. Сначала нужно отвезти Джессику. Я возвращаюсь. Приготовиться к бою. Да, сэр. Приготовиться к отражению удара. Покажи, на что ты способен. Выпустить ракету, открыть огонь. Огонь! Черт возьми. Ракета уничтожена. Спенс, держу пари, здесь что-то не так. Но я не могу ничего поделать. Так что поднимайся, старик. Держись покрепче. Я не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось.
Спенс, ты на борту? Закрыть отсек погружения, увеличить мощность. Автопилот, обманные маневры. Папа, мне очень жаль. Я знаю, что я виновата. Вы можете убежать, но не сможете скрыться. Предупреждение. Торпеда. Попадание 12 секунд. Вы можете прогнать его отсюда? Нет проблем. Переход на сверхскорость. Внимание. 3, 2, 1. Включение. Сверхскорость. Попадание через 2 секунды. Возвращаемся назад, старик. Решено. Джесс едет в Англию. Оставаться здесь слишком опасно. Опасность ликвидирована. Ты же знаешь, что Джесс — наша любимица. Мы сыгрались втроем за столом, обсуждали все проблемы. Она уезжает в Англию, и конец. Обед остывает. Все правильно, тетя Хелен. Джессика будет в аэропорту Хитроу в 6 часов утра. На ней будет платье кремового цвета с цветочками. Нет, конечно, не настоящие цветы, тетя Хелен. Ткань в цветочек. Не могу сказать, что она очень обрадовалась, так что первое время будет нелегко. Но скоро все пройдет. Она забудет прошлое, а впереди у нее прекрасное будущее. О чем ты думаешь? Это самое трудное решение, которое ему пришлось принять в своей жизни. Он не прав. И я скажу ему об этом. Келли. Послушай, Джессика виновата. Она заслужила наказание. Уверена, что больше она так не поступит. Если бы у нее были родители, они бы ее туда не отправили. То же самое говорю и я. Я сказал ему: Спенс, приняв такое решение, ты потеряешь ее навсегда. А он что? Ты же знаешь, раз он решил, значит решил. В том-то все и дело. Он прислушался к голосу разума, а не к своему сердцу. Не могу поверить. Вот ублюдок, Спенс! Прошло много времени с тех пор, как мы втроем были на берегу. Сейчас между нами разногласия, тогда у нас была одна цель. Нет. У нас со Спенсом никогда не было общих целей. Верно, старик?
Что ты хочешь? Мне нужен компьютерный код по проекту «Открытый глаз». В чем дело? То, что ты стащил, не работает без кода? Не смог выполнить то, что обещал? Если я обещаю, то делаю. Вы сбежали, как трусы. А я нашел «Открытый глаз» и спрятал его в надежном месте. Но я обещаю все вернуть, если ты победишь. А если проиграешь, то отдашь мне код. Договорились. Мы уже говорили об этом. Принеси код, Брю. Спенс, потом поговорим. Принеси, сейчас же. Ладно. Всем оставаться на местах. Что там происходит? Джессика, Джессика, иди сюда. Он применил недозволенный прием. Кот, отдай кот. Нет. Давай. Или он навсегда избавится от суеты жизни. Нет. Вложи его мне в руку. Ты слышал? Давай. Честь имею. Очнись, папа. Пожалуйста, очнись. Папа, я люблю тебя. Прости, ты из-за меня ты оглянулся. Я не хочу, чтобы ты оставалась здесь. Ты всегда появляешься не вовремя, понимаешь? Я больше не хочу. Чем скорее ты уедешь в Лондон, тем лучше. Келли, отведи ее к Эдварду. Забери ее. Идем, Джесси. Пошли. Джесси, послушай. Ты не виновата, что Спенс проиграл? Нет, это я. Я его отвлекла.
Нет, он специально проиграл. Это была его стратегия. Мне сказал Брю. Зачем? Если бы этот парень проиграл, он бы все равно не вернул то, что похитил. Брю дал ему помеченный код. И теперь они смогут проследить за ним и найти открытый глаз. Ввожу данные по Соколу. Если он находится в радиусе 100 миль, мы найдем его. Данные получены. Идет поиск. Я не могу. Что? Я не могу позволить ей уехать. А я думал, рассудок одержал верх. У меня плохое предчувствие. Объект обнаружен. Попался. Уверен, он спрятал открытый глаз на берегу. Пора. Приступай. Удачи, брат. Спенс. Помни, не возвращайся, пока не узнаешь, где находится открытый глаз. Слушай мою команду. 3, 2, 1. Пуск. Спенс, сдавайся.
Спасибо, Уильям. Я не хочу ехать. Тебе там понравится, дорогая. Я знаю, что для тебя лучше. Молодец. Джессика! Папа! Эдвард, останови машину. Я не соображал, что говорил Джесс. Я знаю. Я хочу, чтобы ты осталась со мной. Я люблю тебя, ты это знаешь. Я тоже тебя люблю. Малышка. Она останется со мной. Я так и понял. В таком случае, кто получит разницу между любовью и бизнесом? Подумай. Решили Эдвард и Спенс. Хотя Спенс и был мужем Меган, он не стал оспаривать у Эдварда права на владение отелем. Но в обмен он потребовал от него отказаться от опекунства над Джессикой. Да, есть еще кое-что. Спенс стал владельцем Скаттлбока. Что? Да, ты не ослышалась. Ну и дела. И поскольку я его партнер, это означает, что ты подчиняешься мне. Подчиняться тебе? Diesem allgemein als Sequentin bekannten Prototyp meines Hochsicherheitsgefängnisses gibt es keine Fluchtmöglichkeiten. Dass bis jetzt niemand einen Ausbruch geschafft hat, ist kein Beweis, dass es auch Hammerhead nicht schafft. Seien Sie misstrauisch bei allem, was der Kerl tut. Niemand bewegt sich, sonst ist sie tot. Das Mädchen ist jung und unschuldig, du wirst sie nicht verführen. Kelly, ich bin schockiert. Warum sollte ich so etwas tun?